День физкультурника в Красногорске предваряет парад на Ивановских прудах. С флагами и символикой по аллеям и дорожкам парка стройно маршируют представители самых разных спортивных кружков, секций и объединений. От массового футбола в лице юных игроков клуба «Фалькон» до благородного, набирающего популярность гольфа. Организаторами торжественного шествия в канун самого спортивного праздника страны вновь выступил самый спортивный детский сад номер 2. Мы с огромным удовольствием приглашаем всех на наши праздники присоединяться к нам, также пропагандировать здоровый образ жизни, физкультура. Наши ребята занимаются спортом каждый день, ежедневные зарядки, спортивные упражнения и закаливание в детском саду проходят. Поэтому присоединяйтесь к нам, мы всех ждем физкультурника. Инициативу дошкольного учреждения с удовольствием поддерживает администрация муниципалитета и давние друзья. Это, например, спортивно-патриотический клуб «Ярополк» и секция художественной гимнастики «Валерий», которые не только присоединились к параду, но подготовили показательные выступления. Праздник с детсадовцами охотно разделили и гости. В нашем сегодняшнем фестивале принимали участие дети, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик. У нас было около 200 спортсменов разных возрастов. Также участвовало порядка 200 гостей и посетителей парков Красногорска, в частности, Ивановских прудов. После торжественной части мальчишки и девчонки пробуют свои силы в разных видах спорта на мастер-классах. Особый интерес к площадке клуба единоборств «Киме», где ребятня осваивает азы карате. На занятия отведено всего полчаса, и за это время многому не научишься. Но, подчеркивает руководитель клуба, на пробной тренировке важны не навыки, а впечатления. Мы можем вызвать эмоцию. Мы можем сделать так, чтобы ребенок увидел: ого, ничего себе, это так интересно. Мы делаем то одно упражнение, сразу делаем другое упражнение. И для них вот эта смена деятельности является очень интересной. Они не успевают там начать зевать, и им все это кажется новым. Потом что-то еще новое, и все. И они уже с нами, им уже нравится, они говорят: мама, папа, я хочу. Венчает празднество церемония награждения. Дошкольники, как юные чемпионы, получают медали из рук педагогов и лап символа этого дня физкультурника – спортивного медведя. Тренеры секций клубов отмечены подарками и благодарностями за достойную подготовку подрастающих красногорцев. Наградил педагогов исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Борис Соловьев.